сознание начинает дребезжать. Время идет. Память не дремлет. Умывается прохожий. Ослабевает поток. Меняется ситуация. Лежит шнурок. Прихорашивается больной. Все куда-то девается. Мертвые не в курсе дела. Не приносят пользы всякого рода занятия. Кое-что все-таки остается. Время идет. Указывает всякая сволочь. Пустует весь первый этаж. Петь не умеет призрак. Рыбой пахнет подушка. С подбородка начинается озноб. Утка подходит и смотрит. Время идет. Что происходит, едва ли понятно. Нас радует ручей. Ненастье не прибавляет надежды. Я стараюсь забыть. Время идет. Внимание! Время идет. Внимание! Вот он, видите? Посмотрите-ка на него внимательно. Посмотрели? Хорошо. Слышите, как он дышит? Слышите? Это он волнуется. Теперь послушайте, что он говорит. Все понятно? Хорошо. Ой, где же он? А, вот он, побежал. Остановился. Озирается по сторонам. Опять побежал. Завернул за угол, вернулся, так, остановился, думает. О, бежит обратно. Ну, давай. Время идет. Что не претендует ни на что? Ни на что не претендует вода. Что не стремится вверх? Вода не стремится. Что подлежит пересмотру? Буквально все. Все-все? Почти все. Что делается? Исследуется механизм спонтанно возникающих и саморазрушающихся коммуникаций. Что там? Там так называемые живые зоны языка обнаруживают признаки тления, в то время как вроде бы давно уж отпетые прорастают внезапными клейкими листочками.